Что, мы пойдем смотреть мультик? Да. Какой мультик? Про панду. Про панду кунг-фу, да? Помнишь, да. Мы открывали киндеры? Да. Теперь мы посмотрим мультик. Да. Класс, да? Побежали. Будем помогаться. Да, клево. Давай мне руку. Это панда, да? Панда кунг-фу. Все маникюры разные. Идем покупать попкорн будем. Да? Арина, куда мы пришли? Скажи мне, куда мы пришли? На панды. Смотреть мультик про панду, да? Какой-то стакан, кля, классная, Арина. Кто на стакане? Нет, это вот это на стакане, смотри. Панда. Панда, кля. Там сок? Попробуй. Сок? Класс, вкуснотища. А что мы с собой еще взяли? Давай покажу, что мы взяли с собой. Мы подготовились к мультику. Сядь, Арина, сейчас упадешь. Смотри, вот он. Расставляются фигурки. На, папа. Получай. Папа. Здравствуйте. У нас же две такие фигурки. А вот этот папа, панды кунг-фу, главного героя. Вот еще один, они могут драться между собой. Эй! А то у него там красная. Это шапочка такая? Нет, наверное, помидора. Какая помидора? Шапочка, не кричи. А наверное, это не шапочка, а наверное, это ложечка. Ложечка, смотри, тигрица прилетела. Тигрица, привет! Привет! Оп, что-то падает. Как тебе дела? А? Дела отлично. Отлично. Угу. Очень классно. Как там панда будет учить всех приемов? Да. Будет спасать одну деревню от злодеев, да? Всех будет учить приемам. Бам, бам, бам. Тихо, смотри. Ой, моя шапка упала. Всех победил. Эй, а его-то за что? Он просто разносит еду. Смотри, какой. Я хочу попкорна. Кушай. А дай я тоже, ты думаю, классно. Ты хочешь накормить попкорном? Нет, не получится так, Арина. У него не острая палочка, не надо. Дай ему попкорн. Ты сейчас его раскрошишь. Арина. Во, видишь, что нужно делать? Бам-бам, на лоток. Смотри. А ты что нужно делать? На, кушай, кушай. Кушай моей пайкой, палкой. На, кушай, кушай. А можно мне соком? Ой, опять упала шляпа моя. Все. Можно не попить соком. Все. Вот это все, а тебе... Какой вкусный сок, яблочный. Вы забрали мою корону, теперь ты будешь принцессой играть? Да. Это все, я королем. Король? Король. Забрал эту корону. Все. Надо спасать корону. Панда бежит. Я спасу эту корону. Нет. О, детишки на панде. Да, он будет этих детишек учить потом, играя. Видишь, он будет их учить приемам всяким разным. Клево. Сейчас мы посмотрим мультик, да? Арина, мы посмотрим мультик и потом скажем, да, свое впечатление. Потом расскажем, понравился мультик или нет, да? Ага. Хорошо, давай, садись. Наверное, буду танцевать. Садись. Будешь танцевать? Ну что, сейчас пойдем смотреть мультик, да, Арина? Да. Забрали корону. Посмотрим. Забрали корону. Забрали корону. Забрали корону? Садись. Вот это и Клёцов. Кангриберца, да. О, снег падает. О, смотри, какие есть дети. Смотри. Что там, реклама стаканчиков? Да, каждому мультику выходит стаканчик. Да, Гриберс Арина уже видела. Сразу заметила. А ку-ку где? Ты же приемы учишь? Да. Аккуратно, чтобы ты не упала, ты панда кунг-фу.
Кто забрал корону? Признавайся. Это не я. А это не я, это он. Так, а ну-ка. Нет, это моя. Это моя корона. Так, вас, вы оба одинаковые, не могу разобраться, кто из вас хороший, а кто плохой. Отдайте мне корону. Тигрец? Да, вот это он похож. Он похож. Кто это, жираф или кто? Жираф. И кто он такой? Вот такой. Он же плохой? Да. Ну, такой вроде добрый, миловидный, улыбается. Ну что, спасли корону? Нет, пошли. Очень красиво вам в короне. Да не я. Ну, у вас одна на двоих корона. Да? Вы тигрица такая. Сальто выполняет всякие. Щекоталки, щекоталки, щекоталки. Тигрица боится щекотать. Сима. Стоит. О, классно, у тебя получилось поставить. Да, молодец. Щекоталки, щекоталки, щекоталки. Выходи. Что происходит? Что это такое, Ирина? Это купание в попкорне. Мы идем на мультик. Ты идем, и каждый третий. Классно или не классно? Арина, ну что, тебе понравился мультик? Да. Что там было в мультике, расскажи. Панда. Панда. С детишками. С детишками, да? Что там он делал? Сражался, да? Против да. кого? Злодея. Против злодея. Как его звали, помнишь? Не-а. Кай. Кай. Кай, такой бык, да? Злой. А панда, он научил всех, все село драться, да? И они вместе выиграли, да, бой? Угу. Класс. Понравился мультик? Да. Ты советуешь всем сходить посмотреть? Да. Ка-ка-ка-ка, подписывайся на мой канал и тачивай!